Неделя в городском округе Люберцы началась с оперативного совещания в администрации. Руководители управления и ведомств подвели итоги минувших 7 дней и рассказали о ближайших рабочих планах. Подробности далее. 1700 обращений граждан, 23 возбужденных уголовных дела и 21 раскрытое преступление. Такой выдалась неделя у люберецких стражей порядка. Резонансный случай произошел в Малаховке. У мигрантов изъяли более 11 килограммов героина. Совместно с главным управлением по Московской области сейчас проводится проверка следствия, возбужден уголовное дело, тажик арестован, тот, который привез. На минувшей неделе на территории городского округа Люберцы произошло 7 пожаров. Один из них в частном доме в Малаховке не обошелся без пострадавших. В результате пожара обгорели 4 строения. Пострадал ребенок 2019 года рождения с ожогами 40% тела, 2-3 степени, доставлен в Люберецкую детскую больницу. 88 МКД из 125, включенных в этом году в региональную программу, прошли капитальный ремонт. Работы на кровлях люберецких домов завершены на 100%. В полном объеме выполнен ремонт фасадов и внутридомовых инженерных систем. Работы по замене лифтового оборудования выполнены в 6 МКД из 39. Сдано 16 лифтов из 130. В работе находится 60 лифтов. Диспетчеры ЕДДС приняли почти 9 тысяч звонков. Большинство обращений связано с работой системы ЖКХ, экологией и содержанием дорог. Все обращения установленным порядком направлены в адрес должностных лиц администрации для контроля исполнения. Участники совещания выслушали обращения люберчан, поступившие непосредственно в администрацию. Жители Малаховки просят убрать навалы мусора. В Томилине на улице Гаршина и в Октябрьском на улице Ленина необходим ямочный ремонт. А территория вокруг торгового объекта в Краскове нуждается в благоустройстве. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.